Катба, Гирл Парк и Бич. Вот еще один из моих любимых пляжей в черте города, вполне достижимый. И сейчас я вам покажу его. Сегодня не очень жаркий день. Вчера был жаркий день, сегодня обещали, даже может быть и будет дождь. Решил позавтракать в красивом месте. Шумновато, правда, но дети, разве это шум? Это энергия, это радость. Someone lights up my heart like the sun. And that someone is you, please believe me. You're my starlight when daytime is done. My darling, please darling, believe me. You're the smile on my lips when I wake. You're a faith that I'll never forsake. No one loves with a love that I bring. What? Дети чукчи наших тут, северных народов, называют здесь First Nation. Играют. Давайте посмотрим на творение из песка ежегодные. Кто-то тут чего-то делает. Peppers такая компания, local, местная. Они, видимо, финансируют. Ну, скажем так, благотворительствуют, да? Вот. Великие скульптуры. Do not touch. Пожалуйста, не трогайте эти скульптуры. Оградили. Ну вот. Time. Время. Это олицетворение каких-то кристаллов. Вот тут дракон. У нас есть символ дракона в Окунаганской долине, в Окунаганской Валей. В городе Пентиктон называется он Ога-Пога. Якобы вот такой дракончик живет в озере, в Окунаганском озере. В озере Окунаган. Ну, в общем, ничего выдающегося. Кто это делал, непонятно. Может быть, даже дети, может быть, нет. Но, тем не менее, ничто культурное нам здесь, на острове Буяне, не чуждо. Дети играют, птицы собирают. Каждый при своих делах. Вот так выглядит Катбора Бэй Бич. Катбора Бэй пляж. Вороны здесь очень хитрые, предупреждаю. Нельзя еду оставлять просто так, без присмотра. Моментально все склюют, утащат. Останетесь без своего ужина, или обеда, или завтрака. Вот. А вон пара уходит. Папа с сыном. У них краболовки. Сейчас они поставят там в заливе свои краболовки.
И через несколько часов, пару-троечку часов, поднимут большими крабами. Вот у них ужин будет. Это же океан. Так это делается. Вот парень тоже несет сетку к рыболовке. Сейчас они поставят на доску и скинут себе крабов на ужин. К пивку, наверное. Это марина на горизонте. Royal Club. Виктория. И члены клуба вот плавают на парусных яхтах. Видите, на горизонте. Да, сегодня день такой облачный. Возможно, оттуда будет что-то такое, приплыв, прилетит. Или дождь мелкий. Ну, нам нужно это. А то он в Пенсиктоне, говорят, пожары по Канаганской долине. Жаркие дни. Самое неприятное дело, когда у нас пожары. Леса горят. Да. Не только в Сибири, но и в нашей канадской Сибири леса горят. Хотя народ очень аккуратно старается не безобразничать, просто так не разжигать костры, но тем не менее леса горят. Владимир Васильевич собственной персоной. Кадбора Бэй. Час дня. From the tip of his toes to the tip of his nose, he's every chick's pride and joy. Got a knockout style and the cutest smile. Love that boy. With his baby blue eyes and his droopy bow ties, he's king of the hoi polloi. Don't know what he's got, but he's got a lot. Love that boy. He's a graduate as a fashion plate. The chicks all call him a righteous gent. They would nominate him for chief of state, but he'd rather be righteous than be president. He just is what he is. The technique is all his. Boy, it's the real McCoy. Did you hear me state? I'll reiterate. Love that boy. Got a knocked-out style and the cutest smile. Love that boy. With his baby blue eyes and his droopy bow ties, he's king of the hoi polloi. Don't know what he's got, but he's got a lot. Love that boy. He's a graduate as a fashion plate. The chicks all call him a righteous gent. They would nominate him for chief of state, but he'd rather be righteous than be president. He just is what he is. The technique is all his. Boy, it's the real McCoy. Did you hear me state? I'll reiterate. Love that boy.